Привет, друзья! Хочу сделать подарок с 8 марта, и поэтому я завтра, 8 марта, проведу бесплатный ликбез, как мы обычно проводим бесплатные ликбезы регулярно, а потом и вебинар, посвященный теме «Как легко и быстро открыть свои таланты». Да. Я вам расскажу вот о чем, о том, что есть центр удовольствия такой в мозге, и как с помощью разгрузки, потом перезагрузки, соединить ту область деятельности, которая связана с этим талантом, с этим кайфом. И каждый раз, когда вы будете думать, ну, например, вы хотите открыть у себя талант поэта, или художника, или математика, когда вы будете думать об этом, вы будете испытывать нескончаемое удовольствие. И это быстро открывает. Но я вам расскажу завтра. С 8 марта.